В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Марии Посыпай. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Свободное скольжение. Как коммунальные службы борются с гололедом на улицах города. Почетный юбиляр. 60 лет отметил ученый Сергей Гаранин. День всех влюбленных. Как саровчане готовы удивить свою вторую половину. Далее расскажем обо всем подробно. Кто и как должен чистить центральные тротуары и другие пешеходные зоны? Все чаще именно с этим вопросом звонят горожане в нашу рубрику «Городской дозор». Недавние оттепель и почти летний ливень посреди зимы сыграли недобрую службу. Тротуары превратились в непроходимую полосу препятствий, а дорога по ним – в порой невыполнимый квест. При ледяных ухабах не спасают даже песок и реагенты. Зима в этом году преподносит сюрприз за сюрпризом. После обильных снегопадов наступила оттепель, а потом ударили морозы, и город превратился в один большой каток. Дойти от дома до машины или магазина стало сложной задачей. Неудачный шаг может привести к визиту в приемный покой и даже отправить на больничную койку. Основную борьбу с зимней скользкостью в Сарове ведет департамент городского хозяйства. Используют два типа противогололедных смесей – песок и соль, а также при низких температурах смесь с добавлением гранитной крошки. Однако у подрядчика в этом году возникло затруднение с закупкой гранитной крошки именно, поэтому в данный момент мы не видим на тротуарах ее. Но применяется каленый песок. Вдобавок к этим мерам сотрудники ДГХ ручным способом очищают от наледи подходы к пешеходным переходам, автобусным остановкам и социально значимым объектам. От последствий зимнего дождя страдают не только пешеходы. Если на дорогах общего пользования автомобилисты смогли раскатать себе дорогу до асфальта, то во дворах ситуация диаметрально противоположная. Здесь, чтобы проехать легковому автомобилю, придется сильно постараться. Глубина колеи местами превышает 10 и даже 15 сантиметров. Разъехаться внутри дворовых территорий или припарковаться в таких условиях порой просто нереально. На тротуарах центральных улиц ситуация не лучше. Лед намерз в виде непроходимых колдобин. За неделю пешеходы успели натоптать пути обхода опасных участков. Так как есть нарушения в содержании автомобильных дорог и внутримикрорайонных территорий, это в основном тротуары, все мы видим, что они в плохом очень состоянии, конечно, применяются меры административного воздействия к подрядчику. Это составление протоколов об административных правонарушениях. По словам специалистов Департамента городского хозяйства, борьба с гололедом на дорогах общего пользования и тротуарах ведется в две смены. Но следить за всем невозможно, поэтому, чтобы избавиться от катка возле подъезда, надо просто набрать номер 977-68 и сообщить о своей проблеме. Наледь по регламенту должны устранить в течение 3 суток. И, как сказала нам Анна Шампарова, не надо выжидать. Чем больше обращений, тем быстрее реакция служб. Кирилл Васенин, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В ядерном центре состоялось торжественное заседание научно-технического совета, посвященное 60-летию генерального конструктора по лазерным системам Сергея Гаранина. Поздравить юбиляра съехалось много гостей, среди которых руководители госкорпорации «Росатом», министерств, а также ведомств региона и города, друзья и коллеги. В научной сфере имя Сергея Гаранина знакомо многим. Он внес большой вклад в разработку мощных импульсных лазерных систем, а также в создание лазеров различных типов. Принимал активное участие в международном научно-техническом сотрудничестве с национальными лабораториями США, Англии, Франции и Германии. Под его руководством в России создан новый класс газовых лазеров, которые по основным параметрам превосходят зарубежные аналоги. Будучи лидером одной из основных научных школ атомной отрасли, вы смогли создать сплоченный коллектив ученых, которые неоднократно справлялись со встречами, вызовами безопасности нашему Отечеству, и которые сегодня работают в важнейших направлениях научно-технического развития столь необходимого государства и народа. Весь вечер в адрес юбиляра звучали теплые слова. От имени руководства госкорпорации «Росатом» Сергея Гаранина поздравил директор дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских. Он вручил юбиляру почетную грамоту правительства РФ, а также ведомственную награду – знак отличия за заслуги перед атомной отраслью первой степени. Но на этом подарки не закончились. Сегодня, пока мы летели с коллегами из Москвы сюда, президент подписал указ номер 70 о награждении Сергея Гаранина орден заслуги перед Отечеством третьей степени. В этот день поздравили юбиляра также главный федеральный инспектор, руководители Федеральной службы экспертного контроля, представители Министерства обороны РФ, Российской академии наук, правительства Нижегородской области и руководители города Сарова.
В Нижегородской области выявлено 5 случаев заболеваний домашних животных дирофилериозом. Особенно опасен этот диагноз для кошек и собак, так как может привести к гибели животных. В связи с этим 20 и 21 февраля Саровское госветуправление проводит акцию, в рамках которой все желающие смогут проверить своих питомцев на дирофилериоз. Обследование будет проходить по адресу улицы Кирова, 21. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В субботу 17 февраля между улицами Березова и Раменска отпразднуют Масленицу. Гостей праздника ждут концертно-игровая программа, ростовые куклы, отличное настроение и, конечно, вкуснейшие блины. Начало в 15 часов, приглашаются все желающие. Городская администрация приглашает саровчан на общественное обсуждение двух проектов благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. 19 февраля специалисты представят концепцию благоустройства парка культуры и отдыха имени Зернова. А 21 февраля все желающие смогут обсудить предложение по изменению облика лыжной базы. Обе встречи пройдут в 322 кабинете здания администрации и начнутся в 17 часов. Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, который составил агентство РИА Рейтинг. При расчете специалисты оценивали уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия и безопасность проживания. Также в расчет брали демографическую ситуацию, здоровье населения и уровень образования. В первую пятерку рейтинга попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Белгородская область. Православная культура глазами молодых. Третий раз в нашем городе проходит Сретенский бал. Ежегодно его посвящают Дню православной молодежи. Традиция проведения подобных мероприятий зародилась в нашей стране в начале 2000-х. Тогда же была создана общественная организация «Всероссийское православное молодежное движение». Подробности далее. Шапилаус, рэгтайм, марш эрцгерцога Карла. Эти названия танцев хорошо знакомы Марии Гусихиной. Бал для нее, как и для любой девушки, это возможность хотя бы на один вечер с головой окунуться в романтическую атмосферу и почувствовать себя сказочной принцессой. Мне больше нравятся польки, то есть там и поскакать можно, то есть кучу эмоций испытать. А вальс, он такой более романтичный, так скажем. Ну, я вальс не танцую, потому что я как раз его и пою. Программа бала была разнообразной. Тот, кто не хотел или не умел танцевать, принимал участие в конкурсах. Также для гостей работала фотозона, где любой желающий мог сделать фотографию с семьей или друзьями. Организаторы отметили, что у этого бала есть несколько особенностей. Во-первых, нет никакого намека на элитарность, нет дресс-кода. Не обязательно умение танцевать. Нет неловкости, что тебя не пригласят, потому что для танцевальной программы отбирались танцы с прогрессией, то есть танцы, где происходит смена партнера, и танцуют абсолютно все. Романтики праздничному вечеру добавила бальная почта, где любой желающий мог оставить послание своему другу или подруге. И традиционно выбирали короля и королеву бала. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. 14 февраля отмечается самый романтичный праздник – День всех влюбленных. Он неразрывно связан с именем святого Валентина, вокруг которого до сих пор ходит множество легенд. Но на протяжении долгих лет неизменным остается одно – в этот день по всему миру звучат признания в любви, люди дарят друг другу символические сувениры в виде сердца – валентинки. Какие сюрпризы саровчане готовят своим вторым половинкам, выяснял Кирилл Васенин. 14 февраля, пожалуй, самый романтический день в году. День всех влюбленных. И если ваши отношения еще молоды, то в подарок можно обойтись какой-нибудь приятной мелочью. Но вот если ваши отношения уже достаточно давно сложились, то пора бы удивлять своего партнера. Вот о том, как удивлять, постараемся узнать сегодня. Пойдемте. Всегда можно удивить хорошим настроением, хорошим отношением. И обязательно это был, должен быть дорогой подарок. Можно просто утром разбудить нежным поцелуем в щеку, сказать «дорогая» или «ты дорогой», ну, кому как больше нравится, «я тебя люблю». Чем? Тортик испечь, может быть, что-то купить, что-нибудь такое необычное, вкусное. Так, ветер загреем. Кофе сварю, вот она вся любовь. Как на 14 февраля удивить свою вторую половинку? Элементарные цветы, коробочка конфет – это уже удивление. Подарки, мне кажется, это уже всем настолько приелись, что, мне кажется, просто здесь необходимо внимание. Какой сегодня день? Среда. Нет, по числу. 13-е, ой, 14-е. 14-е какое? Февраля же. 14 февраля какой день? Психически больных. Жители нашего города сошлись во мнении, что удивлять на 14 февраля – это, наверное, не наш путь. Удивлять надо каждый день. Ну а самый главный рецепт этого праздника замечательного – утром сварить крепкую кружку кофе, нежно разбудить свою вторую половинку и сказать «я тебя люблю». Для вас про День Святого Валентина выясняли Кирилл Васенин и Владимир Есенников. We'll be right back.
Многие согласятся, что делать подарки не менее приятно, чем получать. Но порой мы не знаем, что подарить. Проводим в магазинах бесчетное количество часов и в итоге уходим с пустыми руками. Но с подарочной картой от Саро Бизнесбанка больше не придется волноваться о том, что преподнести коллегам, друзьям или родственникам. Удобный и современный способ сделать подарок, который подойдет каждому. Подарочная карта Саров Бизнесбанка поможет сэкономить силы и время при выборе подходящего презента. Это отличная альтернатива традиционным конвертам с наличными. С ее помощью удобно без комиссии оплачивать понравившийся товар в любом торговом центре. Карта оформляется без предъявления паспорта. Ее можно получить сразу же при обращении клиента в банк. Она выдается в запечатанном упаковочном конверте. При оформлении карты можно внести любую сумму денежных средств, но не более 15 тысяч рублей. Карту можно оформить в любом отделении банка. Подарочная карта выпускается в категории Gold, и каждый ее владелец автоматически попадает в программу лояльности Visa для премиальных карт. А это значит, принимает участие в розыгрыше призов и подарков и получает дополнительные скидки в магазинах. Стоимость карты всего 150 рублей. Срок действия до 1 года. Если вы выбрали подарок самостоятельно и решили приобрести его в интернет-магазине, не спешите. При совершении покупок с помощью карт в сети интернет всегда есть необходимость соблюдения мер безопасности. Для оплаты покупок необходимо использовать только проверенные сайты, либо сайты известных организаций. При наборе адреса сайта нужно еще раз его проверить, поскольку похожие сайты служат для неправомерных действий. Оплачивать покупки, вводить персональные данные и данные карты необходимо все-таки на своем компьютере. Если вдруг вам пришлось совершить покупку на чужом компьютере, то после оплаты необходимо удалить все персональные данные и данные карты, которые вы вводили. Но главное, не стоит оплачивать товар при помощи зарплатной карты. Мошенники нынче оригинальны, и вы рискуете потерять все свои деньги. Чтобы этого не произошло, Саров Бизнесбанк предлагает оформить виртуальную карту. Процесс покупок ничем не отличается от стандартного. При совершении оплаты необходимо ввести 16 цифр карты, срок действия, код действительности и имя держателя в латинской транскрипции. После совершения покупки банк отправляет СМС с подтверждением оплаты. Пополнить виртуальную карту можно несколькими способами. При помощи СББ онлайн со счета основной карты или вклада, а также наличными деньгами в любом отделении Саров Бизнесбанка или переводом в банкомате. Стоимость карты 150 рублей. Срок действия до 1 года. Максимальный лимит 60 тысяч рублей. Оформить виртуальную карту можно в любом отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт и ту сумму денег, которую вы планируете положить на карту. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Но найти лакомство по душе можно в Центре культуры и досуга в НЕЕВ. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Центре культуры и досуга в НЕЕВ с 15 по 18 февраля проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. И такая популярность этого меда вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный и доступный цветочный мед. Всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый. Мед с прополисом и маточным молочком, гречишный мед, мед диких пчел, а также редкие сорта этого натурального лакомства. Например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной росы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пергой. Настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в перге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета.
Впрочем, какой бы мед вы ни выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 15 по 18 февраля. Вас ждут в Центре культуры и досуга в Неев с 10 утра до 6 вечера. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». О том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны, мы рассказываем в наших выпусках по средам и пятницам. Этого человека зовут Рохер Ван Бокстел. Он добровольно приковал себя к ветряной мельнице и сделал один полный оборот. Этим смелым поступком Ван Бокстел, президент крупнейшей в Голландии компании, работающей в сфере железнодорожных перевозок, призвал к развитию ветроэнергетики, дающей человечеству экологически чистую и безопасную электроэнергию. В России за создание возобновляемых источников энергии взялась госкорпорация «Росатом». Рынок ветроэнергетики в ближайшие 20 лет в мире – это будет ведущий рынок в энергетическом оборудовании вообще. И получив необходимый опыт, мы планируем как раз выходить на зарубежный рынок. Работая в тесной связке с голландскими специалистами из компании «Лагервей», российские атомщики намерены выпускать более 100 комплектов ветрогенераторов в год. Так, в Петрозаводске на базе машиностроительного завода будут отливать хабы и рамы для ветряков из сверхпрочного чугуна, который в 3 раза прочнее и эластичнее обычного. Из такого же материала здесь производят контейнеры для перевозки отработавшего ядерного топлива и подвергают их самым жестким испытаниям. Замораживают до минус 60 градусов и бросают с высоты нескольких метров. Мы боялись, что он будет деформирован или вообще расколется, но на самом деле подтвердились все расчетные характеристики. Видим, что у него только внешняя оболочка повредилась, и то так, слегка. Еще одной площадкой для сборки ветрогенераторов будут уникальные цеха волгодонского «Атоммаша». Здесь уже производят поистине исполинские изделия – парогенераторы и корпуса реакторов для АЭС, ректификационные колонны для нефтеперерабатывающих заводов. Совсем скоро эти производственные площади и опыт работников понадобятся для изготовления крупных элементов ветрогенераторов. В Волгодонске будет проходить сборка гондолы, сборка ступицы. То Волгодонск находится близко от потенциальных площадок, где мы планируем строить ветропарки, соответственно, с точки зрения логистики, будет удобно оттуда возить. В ближайшие годы «Росатом» намерен построить 3 крупных ветропарка, 1 в Адыгее и 2 в Краснодарском крае. Их суммарная мощность составит 610 мегаватт. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.